Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 8 лучших термопотов на 2021 год. В мой топ попали лучшие модели из разных сегментов цен от 2700 рублей и до 9300 рублей. При отборе моделей я обращал внимание на такие характеристики, как мощность, скорость нагрева, возможность регулировки температуры, способ подачи воды, опции безопасности и наличие особых возможностей. А чтобы быть максимально объективным и выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. А перед тем, как я начну, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокол, чтобы не пропустить новую подборку товаров. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. На 8-м месте топа расположился термопот «Великие реки чая 9». Модель с оригинальной росписью под «Гжель». Сам термопот с полезным объемом 4,6 литра имеет двойные стенки, корпус и колбу из нержавеющей стали. На лицевой стороне вынесено прозрачное окошко со шкалой, что позволяет контролировать уровень воды в колбе. Нагрев воды осуществляется с помощью закрытой спирали мощностью 800 Вт. У модели есть функция поддержания тепла. Налив воды термопот может осуществлять тремя способами – автоматически, кнопкой сверху, механически, ручная подкачка помпы или при нажатии кружкой на кнопку сбоку. Для безопасности прибор не включается при отсутствии воды. Термопот стоит 2800 рублей. Это недорогая простая модель с хорошими характеристиками. Подача воды возможна несколькими способами. Достаточно долго поддерживает тепло. Имеет индикатор уровня заполненности и необходимые опции безопасности. 90% пользователей готовы порекомендовать эту модель. Седьмое место занимает Supra TPS-5001. Объемом 5 литров, который также оснащен металлической колбой, а двойные стенки корпуса у него выполнены из пластика. От Великие реки модель отличается дизайном и наличием поворотного основания. Термопот также оборудован помпой для автоматической и ручной подачи воды, а также ее можно налить посредством нажатия кружкой на кнопку около носика. Функционально Supra не сильно отличается. У него есть режим кипячения, повторного кипячения и поддержания тепла. Но с точки зрения безопасности у этой модели оснащение чуть лучше. Есть защита от перегрева, от перепадов напряжения, а также возможность заблокировать крышку. Цена 2700 рублей. Если сравнивать с термопотом Великие реки, эта модель имеет чуть больше объем и мощность, больше опций безопасности и поворотное основание. В остальном модель аналогична предыдущей. Пользователи удовлетворены его функциональностью, и с учетом невысокой цены почти все владельцы Supra готовы порекомендовать его к покупке. Шестое место топа занимает VTEC VT1193. Термопот с корпусом из нержавеющей стали и двойными стенками. Модель оснащена электронным управлением и дисплеем. С помощью сенсорных кнопок можно выбирать температуру нагрева воды в диапазоне от 40 до 100 градусов. Всего у термопота 5 режимов работы, а также есть функция поддержания заданной температуры. Подача воды осуществляется автоматически при нажатии на кнопку сверху, но можно надавить кружкой на кнопку рядом с выходным отверстием, чтобы в нее полилась вода. Как и все описанные модели рейтинга, VTEC имеет съемную крышку и индикатор уровня воды. Как и у Supra, крышку можно блокировать. Цена 6300 рублей. Это термопот из качественного металла, рассчитанный на 5 литров и позволяющий регулировать степень нагрева воды. Если сравнивать с Supra, VTEC оснащен терморегулятором, информативным дисплеем и имеет намного большую мощность, поэтому быстрее нагревает воду. Отличием от уже описанных моделей выступает невозможность накачивать воду помпой вручную. Почти все владельцы VTEC рекомендуют его к покупке, отмечая хорошее качество, соответствующее цене. Пятую строчку топа занимает Kitford KT2501. От предыдущих участников рейтинга термопот отличается исполнением. Он имеет прямоугольную форму, но самое главное, у него есть внизу основание для установки чашки и поддон для сбора капель, чего не предусмотрено у других моделей. Сенсорная панель управления и дисплей вынесены на переднюю стенку, они находятся сверху, как в VTEC. Этот термопот производит проточный нагрев подаваемой воды, чтобы сразу подавать воду необходимой температуры. Время ожидания не превышает 5 секунд, поэтому он в 2 раза мощнее, чем VTEC, 2618 Вт. Есть возможность выбрать один из 5 режимов из диапазона от 55 до 100 градусов, а также необходимый объем порции от 100 до 300 мл или неограниченно. В режиме простоя он не греет воду, поэтому экономится электроэнергия. На панели управления есть кнопка блокировки, которая позволяет предотвратить случайное включение, что особенно актуально, если в доме есть дети. Прозрачная вставка индикатора уровня воды вынесена на боковую часть корпуса. Цена 7800 рублей. Модель представляет собой прибор, который не нагревает и не поддерживает горячим весь объем залитой воды, как остальные, а греет только необходимую порцию. За счет высокой мощности нагрев осуществляется практически мгновенно. Как и VTEC VT1193, Kitford подает воду только определенной температуры, а также имеет сенсорное управление и удобный дисплей. 89% пользователей рекомендуют его к покупке. На четвертом месте стоит Panasonic NC-EG4000.
термопот на 4 литра. Его особенность – угольное внутреннее покрытие колбы, что служит для улучшения качества воды. Нагревать воду можно до одного из температурных показателей – до 70 градусов для приготовления каш и детского питания, до 80 градусов для зеленого чая, до 90 градусов для кофе, до 98 градусов для заваривания чая, лапши и других продуктов. На каждом режиме есть функция поддержания тепла с возможностью установить таймер до 6 часов. Отдельно стоит отметить действительно хорошо различимый индикатор уровня воды в сравнении с большинством описанных моделей. Другая особенность модели – наличие капельной системы подачи для приготовления кофе. На панель управления вынесены 4 кнопки и индикаторы, указывающие выбранный режим и установки. При отсутствии воды прибор отключается, есть блокировка крышки. Цена 9300 рублей. Это качественный термопот с покрытием для улучшения качества воды, удобными температурными режимами и даже программой для медленного налива при приготовлении кофе. Единственное, чем уступает модель предыдущим, это мощность. У этого термопота самый низкий показатель в рейтинге. Поэтому нагрев воды осуществляется медленно. Отмечу высокую цену Panasonic. Это самая дорогая модель в рейтинге, но не с самым лучшим оснащением. Хотя по отзывам, они безотказно служат по 4, 5 и более лет. Поэтому 96% владельцев высоко оценили функциональность и надежность термопота. Тройку лидеров открывает умный термопот Redmond RTP-M810S. Особенность модели – возможность дистанционного управления через приложение. В нем доступен выбор режимов, установка расписания работы и ряд дополнительных функций, которых нет при ручном управлении. Например, вручную можно установить один из трех температурных режимов – 60, 90 и 98 градусов. А в приложении можно задать любую температуру с точностью до 1 градуса. Еще в смартфоне можно полностью заблокировать панель управления, что удобно для семьи с детьми. Термопот длительное время поддерживает воду горячей, работая как термос. Особенностью Redmond является возможность быстрого охлаждения воды до комнатной температуры. Наливать воду можно двумя способами – нажатием кружки на рычажок или кнопкой. В носике установлен индикатор, который проецирует световую точку в месте, куда будет наливаться вода, что позволяет точно подставить емкость. Налив воды осуществляется с постепенным увеличением напора, чтобы не допустить разбрызгивания. Можно повторно нажать на кнопку «Снять блок», и вода будет наливаться с постоянным малым напором. Панель управления представлена сенсорными кнопками, индикаторами и информативным дисплеем. Корпус термопота выполнен из нержавеющей стали, на него нанесен изящный рисунок. Кроме съемной крышки и удобной для переноса ручки, в Redmond есть фильтр от накипи, что не встречается в других моделях. И еще у него есть функция автоматической очистки. Цена 8400 рублей. Если сравнивать его оснащение и возможности с аналогом по цене Panasonic, то видна масса преимуществ Redmond. Налив воды с выбором напора, световой указатель места установки чаши, возможность быстрого охлаждения, более быстрый нагрев за счет в два раза большей мощности и долгое время поддержания температуры воды. И, конечно, управление через приложение, которое предоставляет больше возможностей. Блокировка не только крышки, но и всей панели. Больше вариантов температурных режимов. 90% пользователей считают, что прибор стоит своих денег за счет огромной функциональности и качества исполнения. На второй ступени топа стоит Redmond RTP-M801. Термопот на 3,5 литра из нержавеющей стали. У модели три температурных режима – 65, 85 и 98 градусов. Наливать воду можно тремя способами. Нажать кружкой на рычажок возле наливного отверстия, кнопкой на крышке и вручную помпой. У M801 есть таймер включения с большим диапазоном – 3,99 часов, что позволяет получать горячую воду к нужному моменту. Панель управления вынесена на верхнюю часть. Здесь расположены сенсорные переключатели и дисплей. Мерная шкала оснащена аккуратной подсветкой для удобства контроля уровня воды. Она подсвечивается, когда термопот работает. Как и Redmond RTP-M810S, эта модель оснащена фильтром от накипи и всеми необходимыми защитными опциями. Блокировка нажатия кнопки подачи воды, не включение при отсутствии воды. Цена 5200 рублей. В сравнении со всеми описанными в рейтинге моделями, этот термопот отличается наименьшей вместительностью. Но в отличие от конкурента выше, его можно использовать на природе, поскольку у него предусмотрена возможность ручной накачки воды помпой. Он предусматривает меньше режимов работы, чем VTEC, но это необходимое значение для разных случаев. В целом, это добротный термопот, имеющий хорошее оснащение. Пользователи сходятся во мнении, что он оптимален по соотношению цена-качество. Но из-за нескольких случаев поломок, брака, только 87% покупателей рекомендуют его к покупке. Лидером нашего рейтинга стал Tesler TP5055. Отличается от конкурентов дизайном и исполнением. Сенсорная панель управления у него вынесена на верхнюю часть вдоль крышки. А вот дисплей интегрирован в носик и сделан в округлой форме. Поэтому внешне Tesler отличается от всех термопотов. Важная конструктивная особенность модели – наличие поддона для установки чаши и сбора проливающейся жидкости.
У этой модели больше всего вариантов нагрева, от 45 до 95 градусов, всего 6 режимов. Выбранное значение будет поддерживаться постоянно, вода подогревается по мере охлаждения. Если для горячей воды задать минимальное значение, она будет охлаждаться. При заливе холодной воды в термопот она автоматически начинает нагреваться. Благодаря высокой мощности 1200 Вт и несмотря на большой объем 5 литров, нагрев происходит почти в два раза быстрее, чем в большинстве моделей. На дисплее отображаются два значения – заданная и текущая температура. О том, что вода заканчивается, термопот оповещает звуковым сигналом. И это единственная модель в рейтинге, которую можно приобрести практически в любом цвете. Зеленый, красный, голубой, бежевый, черный и оранжевый. Цена 6300 рублей. Модель оригинальная по виду, превосходит Redmond быстротой нагрева, большим диапазоном температурных режимов, крупным дисплеем и наличием подставки под чашку. Уступает отсутствием возможности налить воду вручную, как и большинство моделей среднего ценового сегмента. Пользователи высоко оценили функциональность и оснащение термопота. Но некоторым показалось, что пластиковый корпус выглядит дешево и не очень надежно. Из-за этого только 84% пользователей рекомендуют Tesler к покупке. Это был рейтинг лучших термопотов 2021 года. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!